Следственный комитет проверит предприятие «Омскоблавтотранс». Ранее Амичка заявила, что на нее напала стая собак, выбежавшая с проходной этой организации. По словам девушки, она с годовалым ребенком проходила мимо транспортной компании. Псы выскочили из ворот и окружили молодую маму с сыном. Отмечу, что когда наша съемочная группа приехала на место, то собаки вели себя спокойно и никакой агрессии к людям не проявляли. Но, по словам женщины, в момент инцидента животные кусали санки, в которых находился малыш. Правда, он даже не проснулся. Собаки вылетели, напали на нас, обкружили, давай гавкать. И, ну, я еле как от них вырвалась. За санки хватались там маленько, ну, за железки. Сначала кричала на помощь. На помощь никто не вышел, прохожих тоже не было. Думаю, что надо лучше не шевелиться, не кричать, спокойно все. И спокойненько, потихоньку пошла.